осторожно, не столкни. Я прям подведу, ты его потом подведешь. Ты только когда увидишь его, тогда это... Не-не, убери его. Короче, ребятушки, у нас предложение. Сейчас вода прет, прет вода. Мы думаем, водка слеповая, там туда-сюда. Мы тут только приехали. Но предложение есть другое. На Горьковском водохранилище рыба клюет. Понимаете? Очень много. Да, и очень много. То есть смысл сейчас, короче, на два дня отсюда с Астрахани вернуться на Горьковское водохранилище, потом вернуться еще через три дня сюда и плавать. Короче, что будет, наблюдайте. Что будет, вообще страшно вообще. Короче, у нас три дрыща и один сход, блин. Вот. Поеду сейчас выше, то подымусь, не знаю, куда-нибудь в район парома, что ли, посмотрю. Вы на джих также? Я на джих ничего не поймал. Это все на троне, что тебе говорил. Вот у Андрюхи хороший сошел на агрессор. И у меня, сколько, по-моему, три дрыща, что ли, все. Понятно. Ну, мы тоже сейчас будем эту точку. У меня что-то здесь вообще все пусто. Мухи, уходите от Илюхи!
очередное утро, но это утро пока что-то не сдается. Встали пораньше, прям с самого, ну, по потемкам. И что-то пока не очень. Мы уже поменяли очень много довольно-таки приманок, попробовали разные глубины. Пока ничего. Сейчас, не знаю, поставим что-нибудь. Даже не знаю, что поставим, но паспорт поставим. Что-то. Я желтенький поставлю. Да, Андрей поставит вот такой битый стекла желтый. Попробуем. Потом 31-й попробуем поставить. И 224-й, наверное. А если не получится, будем менять место. Что? Прям. Прямой. Крепче держи. Бери за нижнюю губу его. Нет, Андрюх, бери за нижнюю губу. Не отпускай только, не вздумай. Держи крепче. Только не пускай. Все, на. Держи одной рукой. Вторую снимай. Ooh.
Так, ну что. Пока опять уголек и стекляшечка. Сейчас попробуем танцора. Что скажет нам танцор? Пока каждая дорожка рыба. На глубине 5,8, где-то да, в районе 6. Ставь уголька. Смотри, что хвостую. Уголек, уголек. У меня просто виснет. Пока просто виснет. Вот мелкий. Нет, у меня прям не бахнет сейчас. Это мелочь. Аккуратно. Наверное, на все три сел. Сел на все три. Так. Танцор. Че? Подожди, подожди пока. На всякий случай, конечно. Не, бага. Положи одежду лучше туда, он, да, чтобы это не зацепить. Так. Андрюх, держи его за этот, вот, вот за это, да, вот так. Давил так прилично.
сразу Мэнс вспоминай. Так, ну что, блин. Черный-черный. О, танцор. Танцор что-то принес. Ну, не крупное. О, конечно. Танцор мне что-то принес. Неужели багр? Что-то тяжелое. Ну да, багр, наверное. А. А, не багр, он за рот взял. Атаковал. Нормального ничего, по-моему, не следует. Пока да. Давай отсюда. Я там вообще заметил, что там почему-то больше мелочи. Опять, по-моему, не куплю. Да. Даже все равно отпускать пришлось бы. Все равно отпускать пришлось бы. Так, давай зайдем. Буду чередовать. Так, ладно. Ставим убийцу. Уголек. Так, перелопатель для приманок. Пока мне больше нравится уголечек. Посмотрим. Сейчас мы Андрюшу отправим на какой-нибудь другой цвет. Там вообще здесь должен работать у меня. Там. Черный против белого. Интересно. А, еще 224 надо попробовать. Просто интересно было другие модели, вот как они. Юзур еще 300 готовый. Они сейчас сколько на 1000 вообще стоят? Я давно их брал. Да. Опа, вот это хорош. Да, Андрюш, это вроде бы. Плохо? Да, вроде неплохое. Трофеев нету, все они вот в районе
полутора где-то килограмм, наверное. Сейчас попробую так. Да, стандарт идет. Ну, не мелкий, по крайней мере. Зачетный. На трофея здесь что-то пока нету. Ну, хоть не дрыщи. На щи. Черный уголек. Полуметра нету, да. То есть либо маленький, либо уже либо вот. Мелочь? Нет? Ну, я думаю, что да. Опа. Ни тычка, ничего. И у меня вдогоночку, смотри. Ну, тоже дрыщ. Еще мельче. Вот почему-то да. Вот здесь, вот в этом месте, да. А вот там он покрупнее. Что его там держит, непонятно. И вот стаями, видишь, стаи, да? Размерами. Тут помельче, там покрупнее. Надо, наверное, отсюда начинать, от катера. Что-то я не понял. Не знаю, но что-то на месте. Ой, что-то. Что-то подымаю чуть-чуть. Корягная. Не. Ничего не давит. Полегче пошло. Коряга какая. Или что-нибудь портки, блин. Сеть. Гадская сеть. Так, Андрюх. Не, вот это подержи. Там ножик белый где-то лежит вот там. Ну, где-то в этом кармане, да. Вон он, да. Вырежу эту сетку. Тут так, держи его, чтобы она не засрала мне это все. Чика-чика, потом это...
У себя там протри вот. Опа. Есть. Это что-то хорошее. А? Нет. Да, возможно. Ну, не дрыщ. Это не багр. Как будто этот, да? Да, как будто потяжелее что-то было. Ну, вот такие мерные судачки на данной точке. Неплохие такие, съедобные. Ну и воблер пока вот уголек. Пока в лидерах. Сколько у нас там уже? Десятка вот точно есть? Есть, есть. Да. Есть. Мелочь. Вот это вот июньская рыбалка. Черный-черный уголек. Он Андрюше рыб принес. А? Ты, Илюша, опять на уголек взял. Не знаю, насколько там честно поймана рыба. Но вроде бы честно. Странно. Не надо. Так, возьму, да. Вроде бы проходной, но висит, конечно, слабо. Ну вот такой судачок на черный воблерок. Так. Что, друзья, вот и закончилось наше утро очередное. И перепробовав множество приманок, с утра мы искали тоже точку, где нормально клюет. Нашли ее. И, я говорю, ну, пробовали разными ходить. Даже просто и моделями, и цветами. В фаворитах в этой рыбалке просто был вот уголек. Черный воблер компании Герман. Поставил вот такой юзури. Он, ну, чем-то, да, похож. То есть вот цвета у них приблизительно одинаковые. У этого желтая головка, у этого, значит, вот желтые пятна. И они черные. Немного половил 224 от Герман. У тебя половил, Андрюх, битое стекло такое, да? Оригинал. Далеко он.
Вот такой цвет. Не помню, как он называется. Держи. Вот. И в принципе все. Пробовал я и раповские танцоры ставить. Поймал я, по-моему, вот на этого немного. На маленького поймал, вот натуралочка. А так, говорю, пробовали желтые, зеленые, особо ничего не получилось. То есть вот подобрали ключик и наловили, очень прилично наловили. Вот. Ну вот как-то так. Все, сейчас едем на базу и отдыхаем, чистим, точнее чистим рыбу, отдыхаем, потом кушаем, наверное, поспим чуть и на вечерочку выйдем. Все, увидимся. Сниму вас, как будто кшварить, нет, где портфель порвал? Нет, так не снимаю, блядь. А, это вентиляция у тебя? Да, да. Блин, наловили, слышь, надербанили. А? Надербанили, пипец, вон здесь, смотри там. Это? А. Ну, к 8 подходи тогда. К 8? Да. Ладно. Нормально отловили? Да. Ну, с утра он... Снимаешь, как я готовлю? Ух, тут что будет? Да, там пипец. Страшно подумать. О. Вот такая тут столовая. Люди потихоньку кашеварят. Обеды себе, ужины. Всякие вкусности делают. Да, Эдуард? Где ты там? Конечно. Да, ты ему сердечный. У тебя день рождения сегодня или когда? Сегодня. День рождения, друг. Спасибо. К 8 подходи, смотри. Ничего это. Приступаем к разделке. Поймал, почистил, съел. Вроде где-то. Поострее даже нужно. Твои? Угу.